И следующее, что бы я хотела вам предложить, это вот такое вот изделие, длинное, объемное. Здесь седина идет 2-3, подклад идет шелк, настоящий шелк. Это специально заказывают для таких статусных изделий. Но, чтобы вы понимали, да, изделие на самом деле очень-очень такое объемное. Но здесь рукав идет уже 7/8. То есть оно, знаете, по стилю вот такого мехового пальто. Если вы худышка, на вас, конечно, будет очень хорошо. Здесь остается именно рукав под браслет, под часы, под перчатки. И стойка вот такая хорошая. Но она на магните, и запросто ее можно вот таким вот образом просто сделать как отложной воротничок. То есть она тоже принимает форму. Дальше я простегиваю изделие вот таким вот образом. Но на самом деле оно объемное. За счет того, что скроено по диагонали, оно смотрится просто шикарно. И ширина тушки, опять же, не ленточный соболь, как многие экономят и ставят замшу, органзу, вот такую ширину до 3-4 сантиметров, нет. Здесь в этой шубе все соблюдено, хорошие карманы прорезные, они чуть-чуть завышены, но по стилю они смотрятся, конечно, гармонично. То есть не просто классические, а чуть-чуть повыше. Вот таким вот образом. Хороший соболь. Напоминаю, у меня ростовка 167-168 сантиметров. Мне эта шуба тоже нравится. Она вальяжная, она очень удобная. Даже если куда-то зашли, расстегнули. Во-первых, подклад видно статусный. Вот такой вот, да. Но и сама по себе. То есть шубы, конечно, вот хочу вам показать. Не знаю, насколько сегодня снимаем на телефон. Без подсветки, то есть, ну, в принципе, у нас достаточное освещение по меховым изделиям. Ну, в общем-то, вот так вот. Обязательно есть лейба соболь, что это самый хороший баргузинский соболь, Санкт-Петербург. Еще раз хочу показать длину рукава, но здесь она, знаете, даже не шуба, а вот она какое-то по стилю манто. Я бы сказала, что удлиненное, длинное, хорошее манто. Ну и, конечно, соболей надо смотреть вот таким вот образом. Расход меха не маленький. Вот она, видите, прямо вся. И цвет у нее тоже, идет не темный. Есть прямо темный дарк, да? Здесь, в общем-то, он идет средний. Не высветленный, как вы знаете, лавандер цвет есть самый светлый. Здесь идет средний. Вот такой вот хороший. Дальше стоимость у данного изделия 1 350 000. Длинное, хорошее, статусное изделие с сединой, не нулевка, 1 350 000. Итак, все для вас. Будем ждать ваши отклики, отзывы. Еще раз, предложение первое. Предложение потемнее второе, и длинный вот такой хороший, который мне нравится самой, очень легкий, воздушный, с хорошей длиной, это третий соболь. Будем ждать ваши комментарии. Всего хорошего и просматриваем.